потеплело. Да. Значит, сейчас на улице плюс 8 градусов. Значит, в прошлый раз мы катались по льду, было минус 2. Хорошо. Вроде масло отогрелось. На этом мотоцикле мы меняли масло. В перьях залили пятерочку. Значит, на том мотоцикле масло не менялось. То есть стандартное с завода. Значит, в принципе, подвеска заработала. Что на одном, что на втором мотоцикле. По сути, после замены масла ничего не поменялось особо. Просто стало тепло. Не, ну, после замены масла вилка на холодную стала работать. Но когда потеплело, даже заводским маслом оно работает. Сейчас подвески работают. Вот мы прокатились. Да, мотоцикл жестче, чем Кайо. Работает подвеска. Но, тем не менее, подвеска работает. Можно вот продемонстрировать разницу. Вот это стоковая вилка. Ничего здесь не менялось. Вот. Будешь загружать его, да? Ну, естественно. Опа! Ну и вот, собственно. Ну и опять-таки, с учетом того, что я на 20 килограмм легче. Ну да, мне чуть его легче качать. Но это видно. Регулировки есть только на этом мотоцикле. Сейчас самая мягкая регулировка стоит. Ну да, без особого труда все работает. Также и сзади. Все это видно. Тоже я загружу подвеску полностью на него, сяду всем весом. Подножку убрал. Зажал тормоз. Все это видно вот. Без особых таких усилий. Все заработало, потеплело. Что не понравилось? Значит, колеса. Значит, резина пластиковая. Значит, выехал на асфальт, чуть прижал задний тормоз, и колесо уже скользит, срывается вьюз. То есть с тормозами работать надо аккуратно на дороге. Ну и или сразу, или как только стерлась резина, менять ее на что-то брендовое. А, что-то более липучее. Это, к сожалению, недолик всей китайской резины. Ну, оно просто не слишком, ну, да, дорогое. Эндура цепляется за этот за грунт. То есть она к асфальту вообще не предназначена, таких, ну, по езде. Ну, не, ну в смешанном режиме, конечно, использовать можно. Тут сама резина, пятно контакта гораздо меньше, чем на этой резине. Не, ну если мотард использовать на мотардовой, на асфальте, шлифовать он должен, в принципе, в поворотах хорошо, и дрифтовать. С этой стороны плюс. Да. А для города, для повседневного использования, конечно, желательно что-то более липучее. Что более липучее, чтобы ты не скользил по асфальту и никуда-то, ни в кого-то, ничей бампер не погнул. Насчет злой резины, грунтозацеп работает, все хорошо. Она достаточно мягенькая. Все шипы мягенькие, хорошие. То есть она видна, она работает. Сжимается. Ну и здорово, что работает все-таки подвеска. Когда потепляло, мне намного больше нравится на нем ездить, чем когда у него подвеска была в зажатом состоянии. Я думал, что он тяжелый, сложный. Нет, когда работает подвеска, да, он тяжелый, да, руки устают, но с ним намного уже полегче. Несмотря на то, что он высокий такой, устойчивый, и какие-то бугорочки ты уже хочешь на нем взять. Единственное, что не надо побольше, как говорится, места. Вот. Ну и желательно, чтобы это был твой мотоцикл. Надо его брать и выезжать на Израиль. У меня рост 1,70 м. То есть на мотардовских колесах, на 17-х,
Мне достаточно удобно, я достаю ногами до земли. Опять-таки, ноги стоят на подвеске, на подножках, на своем месте. Все органы управления есть. На эндуро тут уже сложнее забраться. Даже пригрузив мотоцикл, до земли я достаю только носочками. То есть это удобно человеку, которому ростом 1,85 м где-то и выше. Но опять-таки, это при остановках. В езде все на месте. Раз, два. Оп, мотардик. Тут все. Поехали. За буйки не заезжай. Просто с земли, без подножки. На этот уже сажусь так. Загружаю. Если вы чуть ниже, но все равно хотите на такого кабана залезть, через подножку быстро раз и встал. На болотце подкладываем камушек. Камушек туда в карманчике. Для того, чтобы залезть, либо его просто поставить на подножку. В общем, вещь хорошая. Внимание! Мопед, посмотри. Есть стремянка. Если видео было полезным, ставим лайк, делимся видео с друзьями, подписываемся и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!